Сейчас с нами министр спорта по делам молодежной политики, спорта и туризма Республики Северная Осетия Алания, олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Хасан Махарбекович Бароев. Хасан, скажите, пожалуйста, как вам вообще понравился первый день фехтовального турнира? Ну, скажу, конечно, искренне признаюсь, да, безусловно, огромное удовольствие получил от сегодняшнего дня, от сегодняшнего первого вида, это мужская сабля. Ребята сегодня реально завели публику, полуфинал и финал прекрасный. И я надеюсь, что на такой же замечательной, веселой, замечательной ноте пройдет у нас весь чемпионат России. Скажите, насколько сложно было организовать все на таком уровне, чтобы не сглазить, но пока, по-моему, все просто прекрасно проходит. Ну, практика имеется уже, да, у нашего министерства. Если мы первый день провели, будем говорить, неплохо, то в дальнейшем, поверьте, планка не понизится однозначно. Мы с каждым днем будем стараться, чтобы каждый день был все лучше и лучше и лучше. И завершение чемпионата было бы на самой высокой, красивой ноте. Тяжело, на самом деле, очень мероприятие, очень трепетное, которое требует очень много времени и дел, забрали непосредственно к подготовке к этому чемпионату. Это со стороны видно, все там красиво, выиграли чемпионы, наградили. Но на самом деле работы много, спасибо нашим ребятам, нашему министерству за эту проделанную работу. И весь чемпионат очень бы хотелось, чтобы мы держали бы на таком же уровне. Мы тоже хотим сказать вам спасибо, вам и республике, которая проводит турнир на таком уровне. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.